Всем привет и добро пожаловать на канал. Что ж, сегодня я расскажу о том, как выжить первые дни в новой игре по выживанию Икарус. Давайте посмотрим, как это сделать. Самое главное, взять как минимум второй, третий уровень. Хотя бы, ну, вообще в идеале третий уровень в первое время, пока не стемнеет. Банально из-за того, что нам необходимо как можно срочно взять кислород и как можно скорее взять, сделать потолок и крышей. Потому что если у нас не будет кислорода, мы очень быстро задохнемся. А здесь это очень легко делается. Соответственно, мы быстренько собираем камни и палки. Дальше мы мастерим кирку. Мы мастерим топор. С помощью кирки и топора мы добываем камень и дерево. Все для того, чтобы как можно скорее прокачать хотя бы в первую очередь первый уровень. Ну а дальше мы уже на первом уровне возьмем таланты и ремесла, которые нам необходимы для повышения следующих двух уровней и добычи необходимых ресурсов. Так, как видите, пока у вас есть заканчивается выносливость, собирайте различные материалы, которые валяются рядышком. Опять-таки, чтобы как можно скорее поднять уровень. В талантах мы собираем выносливость, чтобы мог как можно поскорее это делать. А в чертежах берем деревянное копье, каменный нож и оксидайзер. Соответственно, нож и топор. Ой, топор и копье нам необходимы для охоты, чтобы можно скорее собрать кости. Кости и шкуры. Дерево нам необходимо, опять-таки, для того, чтобы поднять уровень. И дальше, соответственно, строить деревья. Ой, деревья. Стены и потолок нашего будущего домика. Например, если мы создаем копье, соответственно, нам необходимо хотя бы 4 копья сделать, чтобы швырять в оленей наше копье. Опять-таки, нам... В любом случае необходимо будет либо олень, либо волк, чтобы собрать шкуру. Поэтому не бойтесь волков, наоборот, волки хотя бы не убегают, как тот же самый олень. А у рыб мы собираем кости. Опять-таки, костей нужно много, 10 штук. Животные не всегда рядышком бегают, поэтому именно у рыб легче всего собрать кости. Видите, олень просто убегает, и с этим у нас есть определенные проблемы. А вот волк, если мы увидим, то он наоборот не убежит, он будет сам к нам. Да, остерегайтесь вот этих вот ядовитых рыб, потому что они кусаются, а также он вас может отравить. У нас один из костей, все. Дальше мы, соответственно, ищем место для нашего будущего домика и костра. Допустим, у нас будет наш домик здесь, соответственно, мы здесь можем сделать... Так, нам еще кожа нужна. Еще 20 кожи. Видите, у нас кислорода осталось совсем чуть-чуть. Половину того, что у нас было. И нам нужно как можно скорее собрать. И да, не забывайте про оксид. Он нам также необходим для переработки оксида в кислород. Вот, к сожалению, у нас тут он не один был, но в любом случае не так страшно. Мы достаточно легко убили двух волков и получили достаточно много шкур и костей. То ж, для начала нам этого хватит. Пойдемте строить наше будущее жилище, потому что может легко пойти дождь. Здесь мы собираем костер, палку, потолок. Ну, стены, к сожалению, пока мы не можем, надо взять следующий уровень. В талантах мы, соответственно, берем молнию. Кислорода мы набрали, дальше можно поставить, зариться, допустим, сырую рыбу, которая у нас очень быстро тухнет.
Соответственно, дом я буду делать 3 на 3, но нам необходимо будет 18 полов. То есть у нас будет 9 полов снизу и 9 полов сверху. Опять-таки, из-за того, что мы крафтим, у нас повышается уровень, и чем больше мы крафтим, тем больше у нас уровень. Видите, скоро будет ливень, и, соответственно, нам необходимо как можно скорее спрятаться под под крышей. Так, у нас нужно собрать как можно больше веточек, нам нужны волокна. Как видите, у нас в верхнем правом углу имеется таймер до того времени, как будет дождь. Дождь уже начинается, и нам нужно как можно скорее крафтить. Крафтим палки, балки, чтобы поставить уже потолок. Потолок мы опять-таки будем делать из нашего пола. Нам необходимо также 7 штучек. Ресурсов у нас достаточно много, так что можно не переживать об этом. Можно немножко поесть, чтобы рыба не испортилась. Опять-таки из-за дождя у нас костер потух. Строим палки. На самом деле палки не обязательно строить таким способом. Я строю просто для красоты. Потому что физика здесь достаточно странная. Видите, мы можем даже потолок поставить в воздухе. В общем-то все. То есть мы под дождем скрылись. И теперь нас здесь не достанет. Единственное, то, что нам еще необходимо стены. Без стен мы здесь ничего не сможем сделать. Сейчас быстренько собираем. Все необходимое. Видим, здесь у нас сера. Собираем все ресурсы, которые мы видим. Просто пылесосим по возможности. Все, что возможно. Нам пригодится все. Все, наконец-то у нас новый уровень. Бегом под крышу, берем в талантах скорость и молнии, берем стены, берем дверь и строим наш дом дальше. И нам необходим будет в будущем еще лук. Так, кстати, ну ладно. Нам, конечно, не лук надо было строить, а ящики, куда мы будем складывать наши предметы. Всякие руду и остальные предметы, чтобы они не исчезли и не испортились. Упс. Ладно. На самом деле тут без разницы, в какую сторону делать стену. Просто для красоты, конечно же, надо было наоборот поставить. Для того, чтобы поставить дверь, мы, соответственно, выбираем дверь, где ставим, и здесь вот таким образом, а здесь уже в эту проем ставим нашу дверку. Да, в общем-то, наш дом готов. Да, немножко кривоват поставил, но не так уж страшно. Здесь, естественно, мы можем поставить уже наши будущие ящики и все остальные предметы. Так. Ну, а выживание, после того, как мы получили 4 уровень, мы собираем, естественно, плотные склады, чтобы можно как можно больше таскать вещей в наших карманах. Соответственно, в нашем домике мы стелим, точнее не стелим, делаем несколько ящиков. Не забываем, конечно, что мы собрали древесину про запас, и где уже делаем, допустим, 3 ящика деревянных, куда складываем уже наши камни и все добытые ресурсы. Я, например, разделил, в одном месте я положил камни, в другом месте я положил цветочки. Но для того, чтобы нам необходимо 20 меха, пойдем охотиться на кого-нибудь, пока совсем уж не стемнело. Видите, уже темнеет, и нужно как можно быстрее спешить. Ну а когда наступает ночь, мы просто сидим, чилим у костра. И ждем, когда, конечно же, у нас расцветет. Мы не можем лечь спать, потому что я банально не успел убить медведя. Ну, ладно, такое бывает. Точнее, не медведя, а волка. Волка или оленя. Ну что ж, вот и рассвет. Наш первый день заканчивается. Постепенно мы будем видеть все, что угодно.
Так что давайте доделаем наши дела, пока рассвет не наступил. И все-таки попробуем поднять уровень. До конца утра. Чтобы мы могли уже думать, что нам делать дальше. Нам осталось еще тут 6 дней. Так что нужно спешить. Ну что ж, наконец мы подняли уровень. 5-й. У нас 2 очка таланта, 4 очка чертежа. А в талантах мы, соответственно, берем плотность складывания. А здесь мы берем это... Бойка, где бойка? Деревянный факел. Чтобы можно было ночью ходить. Но я ради прикола возьму именно тростниковую крышу, чтобы можно было построить нашу крышу. В общем, к концу первого дня у меня получился вот такой вот первый домик. Что ж, на этом, я думаю, пора заканчивать. Первый день выжил. Ну а посмотрим, что будет дальше в следующий раз. Всем до встречи, всем пока.